Руководство Брестского рынка «Лагуны» ежегодно организовывает благотворительные акции и различные мероприятия к такому особенному празднику – Дню Матери. Этот год не стал исключением. Торжественные поздравления мам со сцены, выступления известных коллективов области, а также вручение грамот и благодарственные слова тем, кто с гордостью носит высокое звание мать – это можно было наблюдать в течение всей праздничной программы. Сегодня проходит очередная акция к Дню Матери. Хотим поздравить всех с Днем работников культуры. Это у нас уже традиционно проходит акция. Я считаю, что День Матери – это очень важный праздник в нашей жизни. Все мы бываем мамами, бабушками. И хочется сказать огромное спасибо особенно многодетным матерям, которые воспитывают детей. Также хочется сказать огромное спасибо учителям, работникам детского садика, потому что мы воспитываем детей до 3 лет, потом отдаем их уже в детский сад, в школу, и дальнейшее воспитание в основном проходит у них. Огромное всем спасибо! Благодаря активной поддержке руководства рынка «Лагуна» и музыкальным коллективам нашего края, создавшим праздничную обстановку, мероприятие по случаю значимой даты в этом году, впрочем, как и в прошлое, прошло на ура. Огромное количество пришедших мам со своими семьями были заряжены той же атмосферой радости и теплоты, которую дарили им артисты. А в артистах на этот раз был замечательный коллектив – Народный театр юмора и песни «Хмелевские волосюги», который действительно заряжал по полной и выдавал такие номера, от которых поднималось настроение у самых заядлых пессимистов. Нас уже не первый раз пригласили поучаствовать в подобной акции, благотворительный концерт. Мы с удовольствием приехали второй раз и приедем еще, если будут приглашать, потому что сегодня здесь будут адресно помогать семьям с детьми-инвалидами, многодетные семьи. У нас же День Матери, праздник, поэтому вот такая нормальная человеческая акция, в которой мы не могли не поучаствовать. У нас традиционно уже проходит вот это мероприятие, посвященное Дню Матери. Сегодня у нас вот такой концерт, акция. В очередной раз мы помогаем многодетным семьям. В очередной раз у нас адресная помощь, которую нам любезно предоставляет. Сегодня нам предоставляет фирма «Юрий Мэкс» швейная и генеральный директор и спонсор наших всех мероприятий Наталья Емельяновна Ильницкая. Инициатива проведения праздника для многодетных матерей, а также мам, воспитывающих детей-инвалидов, действительно важна. Только благодаря таким мероприятиям эти женщины и, конечно, все те, кто имеет счастье носить это звание, могут отвлечься от домашних забот, поучаствовать в веселых конкурсах, насладиться живой музыкой и, конечно же, почувствовать свою значимость. Я думаю, что это очень важно для всех жителей нашего города, потому что это очень важное, ответственное мероприятие. Они касаются, пожалуй, каждой семьи, потому что очень много у нас детей в городе, детей-инвалидов, детей на опеке, детей-сирот и к тому же День Матери. Вот поэтому праздник, этот праздник для каждой семьи. Любовь в жизни может быть отрезком или лучом, и только любовь матери занимает у человека линию всей его жизни. Написала когда-то писательница Кэтрин Прайс и однозначно была права. Не любить маму нельзя, поэтому вне зависимости от дат, посвященных родному человеку, старайтесь чаще говорить ей прекрасные слова и совершать добрые поступки. София Бережная, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».